вышел я покопать на Руси. И ирония судьбы, этот год начался с крестов и продолжается с крестов. И всем любителям комочков посвящается. Вот он, с ушком. Крестик. Либо женский, либо детский. Сейчас я его немножечко протру. Вот он. Зелененький, маленький, красивый крестик. Вот лично для меня находка крестика приравнивается как, не знаю, к очень дорогой монете. Вот так вот. Пока что с крестиком. Даже не знаю, что это было, но от нее вообще ничего не осталось. Круглый, тонкий блинчик. По оврагу пойдешь, конинку найдешь. Не очень интересная находка, но находка. Поле я уже обхаживаю второй-третий год. В этом году оно мне только крестик дало. Поэтому вот немножечко по оврагу. И, наверное, вот на то поле. Вот такая вот у нас Русь. 3 копейки 36-го года. Советское золото. Красивое и, как всегда, чистенькое. Эх, Русь, просто неожиданная находка и, наверное, переплюнет кресты и монеты. Значок гвардии оригинальный. Сейчас я его отмою. Подсыхает и картинка. Становится не очень четкой. Но, в общем, класс. Все на месте. Вот это находочка. Для наших мест и краев. Красивый. Классно, отлично. Вот такое интересное место я выбрал себе для копалки. Вот такая вокруг меня абсолютно безлюдная Русь. И сейчас я что-нибудь здесь покопаю. Ну что ж, берем этот замечательный приборчик и вперед. Такая вот у нас офигенная Русь. Просто супер вид. Когда забираешься на вершину холма, на самую ее высокую точку, думаешь, а вот что может быть здесь? Монетка! Где она? Ха-ха! Как ты сюда забралась? Вот как ты сюда забралась? По-моему, это деньга. Сейчас я ее отмою. Точно. Деньга. 1738 год. Хо-хоу. Я вообще-то просто вышел погулять, так сказать. 4 часа. Полудень. Ну, вот так вот. Думаю, зайду я на вершину холма, посмотрю. Бабац! А! Моя прелесть! А! Мне кажется, я нашел интересную штучку. Даже вот еще не дотрагивался до нее. Вот она.
Что это такое было? Что это? Ручка? Кусочек ручки? Внутри пузырики? Как-то на ручку, честно говоря, не очень смахивает. Ладно, возьму дома, посмотрю, что это такое. Интересная штуковина. Круто. Цвет просто потрясающий. Янтарь. Все-таки богатый у нас Русь, а? В этом году... Это уже пятый или шестой крест. Вот как ты сюда забрался? Как? Как он сюда забрался вместе с деньгой? Сейчас я его чуть-чуть отмою. Текст в идеале. Янтарь. Я думаю, что-нибудь, какую-нибудь поделку гнули. Всего. Ну ладно, возьму. Красивая желтенькая штучка. Если что, выкинем. Вот такая вот у нас роль. Иду по траектории. Деньга, крестик. И бабац. Монетка. Не знаю пока еще, кто это, но сейчас отмою. Моя прелесть. Не знаю, будет видно или нет, но деньга. И пока что год не просматривается. Пока что... ну ладно, отмоем. Вот надпись по краю просматривается. И... не могу прочесть. Ой, стоп! Это ж полу... Нет, не полушка. Ладно, в общем... Видно надписи, но прочесть не могу. Ой-ой-ой. Ладно, бог с ней. Русь. Боюсь даже предположить, что же мне попалось. Обычное колечко. Ну ладно, что ж, и такое бывает. Ну, в общем, снимать нечего. Половинка крестика. Ну что? Есть монетка. Правда, не знаю еще пока какая. Ну, вот такая вот. Довольно-таки большая и толстая. Судя по тому, что первые монетки здесь были 1700-х годов, даже боюсь себе представить, кто это. Ух, сейчас я ее попробую оттереть. Вода у меня куда-то ушла. А это, похоже, была или был пятачок когда-то. Но очень и очень грустный. Ну, я из него сделаю приличную картинку. Но картинку, как монета, это уже все. Умерла. Этот звук как бальзам.
копай. Выпало. А, вот она. Вот она. А. Похоже, деньга. Сейчас я ее отмою. А вот нифига не угадал. 1/2 копейки, 1840 год. Ха. Вот так новость. Пускает, макает. На Руси уже солнышко низко. Иду к машине. И тут бабац. Какой-то древний мужчина испортил монетку. Колечко любимое вырубал. Не дорубил. Наверное, разлюбил. В общем, пускай здесь и остается. Лет через 200 найдут копать. Нифига себе. Кольцо кто-то вырубал. Все.